Профессорская дочка Даши Лебедева влюблена в хулигана Андрея Куликова. И несмотря на то, что Даша еще учится в школе, влюбленные собираются уехать в Москву. Она пишет прощальное письмо родителям. Но у Регины свои планы на будущее дочери. Она хочет, чтобы Даша связала жизнь с московским министерским чиновником. Отец Даши, профессор Лебедев, разработал уникальный транзистор, готовится презентовать свое открытие. Поэтому связи в столице Регина считает удачным вложением в будущее мужа и дочери. Однако накануне отъезда мать Андрея попадает в больницу. Планы влюбленных рушат.